А у меня ничего не записывается. Ты так долго говорила, мама держала аппарат, а кнопку не включила. И все мы пропустили. Все наши звуки. Вот такого рода звуки. Да, вот как мы разговариваем. Вот так мы уже 2 минуты разговариваем, не переставая. 4 месяца. Такие умные речи. Такие умные речи. Да что ты говоришь? А гречневая кашка? Нам понравилась гречневая кашка? Да, мы ели гречневую кашу в свой день рождения. Она у нас разговорчивая. Разговорчивая. Пищим. А, да, я так тоже думаю. А, да. Да. А ты еще говорила нет сегодня. Как ты сказала нет? Ты сказала нет. Моргаем. Разговариваем. Как мы пищим. Очень хорошо. Да. Тебе нравится с мамой разговаривать? А почему язычок мы высовываем? И зачем это так? Ой, что там за звуки? Николай строит домик. Да, я знаю. Окошко поставила. Молодец. Отлично. Я тебя очень понимаю. В этом доме хаос. Кстати, хаос. Поэтому мы не знаем, что происходит. Хаос. Полный хаос. Да что ты говоришь? А Николас забрался на стол. Туда нельзя. Слезай, Николас. Девочка. Вот, молодец, спасибо. Да. Бау. Что там происходит с твоим братиком? А на улице дождь. Будет сутки идти, дождь только начался. Да. Да. Упали? Все в порядке? Все в порядке, Николас? Опять полез. Ну ладно, вообще. Опять я слышу. Твой братик пыхтит. Пыхтит. Ну мы разговорчивые. Прямо на аппарат смотрит. А вот мама приблизилась. Мама. Что ты хочешь сказать? Гречневая каша понравилась. Что упало, Николас? Не купал. Мы попрощаемся со всеми. До свидания, бабушка, дедушка. До свидания.